Главные темы – острые вопросы. Все, что волнует жителей Тольятти. В студии программы «Обозреватель» состоялся прямой эфир с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Его можно было увидеть на телеканалах «Тольятти-24», «ВАЗ-ТВЧ», на сайте tvtolyatti24.ru и в мобильном приложении, а также в группе телеканал «Тольятти-24» ВКонтакте. В нашей студии работал колл-центр. Глава региона затронул целый ряд самых разных тем и вопросов, среди которых недавний крупный пожар в Тольяттинском лесу, вакцинация, строительство мостов, дорог, реализация программы «Молодой семье. Доступное жилье». Все поступившие, но не прозвучавшие во время прямого эфира вопросы мы обязательно передадим в администрацию губернатора для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.